Будущее Крыма я вижу замечательным. Дело в том, что в прошлом году я там успела отдохнуть после всех событий. Я взяла свою семью и поехала туда. И то, что я там увидела, непаханное поле вообще того, что, так сказать, все то время, пока он был не с нами, пока он был выброшен из состава России, вот, в общем-то, Крым при всех своих прелестях немножечко просел, скажем так, да, потому что там ничего не происходило. Он просто был, вот, и как-то так вот существовал, вроде как сам по себе. Просто это была огромная часть суши, которой никто не занимался. На сегодняшний день, я думаю, что все будут счастливы, абсолютно. И тот, кто живет в Крыму, и мы, потому что мы получили, наконец-то, возможность. Когда-то давно-давно я ездила с родителями туда отдыхать, потом мы прекратили это делать. Вот сейчас у нас опять появилась такая возможность, и я думаю, что Крым будет процветать, Крым даст нам совершенно невероятные возможности, действительно, каких-то эмоций, потому что там огромное количество замечательных мест, в которых нужно побывать всем, вот, и огромные возможности для того, чтобы там действительно дивно и потрясающе отдыхать. Вот поэтому я думаю, что это будет такой взаимообразный процесс, вот, и все будет замечательно, Крым будет процветать, и мы будем счастливы вместе.